Трудно себе представить жизнь в городе и селе без жилищно-коммунальной службы. Благодаря слаженной работе сотрудников ЖКХ обеспечивается нормальное функционирование сетей отопления, канализации, электрификации, газификации, поддержка порядка и чистоты во дворах, на улицах и в парках, водоснабжение. Ну, у нас прорыв центрального водоснабжения. На данном участке это, ну, я не знаю, на моей карьере первый раз здесь, не было здесь давно ничего. Вчера подготавливались, как видите, отрыли яму, нашли причину, сегодня будем устранять сварочные работы. Сколько времени понадобится? Ну, по времени всегда по-разному. Все зависит от состояния трубы. Так что никогда конкретики у нас нету. Как оно пойдет? Все зависит от работы. Как команда? Команда слаженная, ребята хорошие, умные. Образованные, в своем деле мастера. Число работников коммунальной отрасли велико, а так как городские инженерные сети изрядно износились, проводить ремонтные работы приходится в очень сложных условиях. Например, этому центральному водопроводу более 60 лет. Металлические трубы изрядно проржавели, и аварии, как правило, случаются часто и в самое неподходящее время. Как, например, сейчас, 15 марта, и хотя весна, а температура воздуха минус 12, плюс сильный ветер. А задача ремонтной бригады — оперативно найти место утечки воды, откопать его, откачать воду и устранить место прорыва. Наша съемочная группа Ахтубинского телевидения поздравила ремонтную бригаду водопроводных сетей города с наступающим праздником работников ЖКХ. Пожелали им как можно меньше аварий во время дежурств и, конечно, здоровья. В свою очередь, старший мастер ремонтной бригады Николай Яровой, работающий в этой организации более 10 лет, поздравил с праздником своих коллег. Наш праздник впереди, да. Поздравляю всех. Желаю, чтобы у них не прекращалась никогда вода. Подача воды была, и водоотведение всегда было. Разговаривать Яровому некогда. Звонки от руководителей разных ведомств поступают ежеминутно. Всех интересует время завершения ремонта водопроводной сети, начало ее работы. Ведь, как известно, без воды и не туды, и не сюды. Владислав Лихварь, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.